Сотрудники управления МВД России Люберецкое подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев и определили основные планы до конца года. С отчетным докладом выступил заместитель начальника управления, полковник внутренней службы Максим Фоменко. Основной акцент на мерах, направленных на предупреждение, раскрытие и расследование преступлений. Благодаря проведению ряда профилактических операций в округе удалось сократить количество правонарушений. Совокупность проведенных мероприятий позволила в целом стабилизировать криминогенную обстановку, не допустить разрастания межнациональных конфликтов, противодействовать экстремистским и террористическим угрозам. За 9 месяцев 2023 года возбуждено более 2700 уголовных дел, 1513 человек привлечены к ответственности. Сократилось количество убийств, изнасилований, грабежей, фактов причинения тяжкого вреда здоровью. На 4,5% возросло количество дорожно-транспортных происшествий и составило 117 аварий. Автомобильные кражи увеличились почти на 40%. С 25 краж транспортных средств по 7 совершено на территории обслуживания 2-го и Ухтомских отделов, Томилинский – 4. Раскрываемость краж транспортных средств составила 47,4%. Прошлый год – 27,3%. Нераскрытыми остаются 10 преступлений. На территории обслуживания Люберецкой полиции установлено 12,5 тысяч видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион». Благодаря им за 9 месяцев раскрыто 131 преступление. По итогам доклада за отчетный период работа межмуниципального управления МВД России Люберецкое признана удовлетворительной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.